зовут Мария Попова, мне 28 лет. Закончила я Воронежскую госакадемию искусств в 2008 году. Являюсь актрисой и телеведущей. Как телеведущая я лицо телеканала «Шоу 24». Я начинаю постепенно тренироваться, то есть мне музыки не хватает. Да. Понимаю, что девушка собой любуется, наслаждается, ей все нравится. Кстати, я к этому отмечу, конечно, если вы ждете гостей, если вы любите их принимать, если у вас большой дом, много родственников, то вот такие пончики из печи – это бесценно, вы сделаете это легко и просто, ведь тесто здесь самое простое. Потом бельгийские вафли, вы когда-нибудь их готовили? Я думаю, что нет. Готово. Барабанная дробь. Вот они, красота какая. Наташ, вас приятно обнимать, потому что ткань очень ласковая, да и Наташа сама у нас тоже очень ласковая. Так же, как актриса, реализовала себя в сериале «Мент в законе», играла милиционершу, это телеканал НТВ, «Россия-1», это телесериал «Особый случай», роль второго плана «Горизонт», и, в общем-то, участвовала в различных проектах телеканала СТС и телеканала ТНТ. Какие гадости? О чем вы говорите? Ну что же, я хочу поблагодарить наших сегодняшних гостей, Ольгу Германчук и Светлану Скуратову. Уважаемые ведущие, я благодарна вам. Спасибо большое, что пригласили в вашу программу. Вот вам пример развития донорского движения в рамках одного учреждения. А сейчас расскажем о другом. Владею навыками игры на фортепиано, закончила музыкальную школу. Пою, занимаюсь очень много спортом, катаюсь на велосипеде, катаюсь на вейкборде. Также занималась еще танцами на пилоне. Современный танец, классический танец и немножечко глубоко. Имею права категории «Б», поэтому зову сяду.